Друзья, всем привет! Мы с вами в шоуруме Фама, где есть абсолютно все, абсолютно для всех. И сегодня мы с вами рассмотрим некий подарок, некий набор, который хочет и нужен абсолютно любому и каждому мужчине. Ну и в особенности компании, которая хочет выйти на природу, провести хорошо свое время. И да, это набор шампуров от бренда Ладья. Ну и естественно, друзья, мы же с вами понимаем, что это не может быть просто набор шампуров. Давайте посмотрим более детально. И сразу, что хотелось бы отметить, это кейс, в котором находится сам набор. Это чехол я сниму, я не про него. Про данный кейс. Ну вы посмотрите просто на этот кейс. Он полностью сделан на коже. Он полностью прошит. Ну, если посмотреть на него, то кажется, на первый взгляд, что я иду не на природу шашлыки делать, а на какую-то важную встречу. Но, хотя шашлыки есть же важная встреча, но суть не в этом. Давайте посмотрим сблизи, пока вы насладитесь чехлом. Я его пока открою. Ну и давайте взглянем. Вот он, сам набор. Друзья, давайте так вкратце я расскажу вам. Первое. Набор состоит из шампуров. 5 шампуров с литьем. Дальше 2 ножа. Первый это туристический нож. Второй это нож-тяпка с литьем также. И зажигалка. Сам чехол изнутри, кейс, он сделан также из кожи, также прошит. И вы можете заметить, здесь есть разные узоры. Здесь мы видим медведей. И данный набор, он называется тоже «Стая медведей». Есть разные наборы. Есть наборы с волками. Здесь будут, естественно, гравировки волков. Есть другие животные. То есть тут вы можете выбирать уже самостоятельно, да, кому что по душе. Но самая суть и самое важное то, что полностью кожа. Я, наверное, уже много раз об этом сказал, но вы просто, если бы потрогали, вы понимаете, что здесь просто все из кожи. Но, ладно, давайте посмотрим уже более детально про сами элементы данного набора. Ну и начнем, естественно, это с шампуров, с того, чего постоянно не хватает. И любая компания первым вопросом, который задается, это «А у кого есть шампура?», если мы собрались куда-то идти. Вот так вот у нас выглядит сам шампур с литьем 500 мл. Данная ручка у нас шампура, это дерево, естественно, переводится в золотистые узоры. И само лезвие шампура, вот, можете поближе посмотреть. Очень хорошо, самое важное, что лежит в руке, и сам металл не гнется, как в дешевых шампурах, которые просто махаешь, они все гнутся и все портятся просто. Таких шампуров у нас 5 штук. Их мы давайте отложим. Здесь они вот полностью все, опять же, прикреплены клямками этими, чтобы в машине, когда ехали и так далее, то оно все не разрывалось. Дальше перейдем. Сам нож у нас также идет в чехле. Чехол, опять же, кожаный. Да, я уже с этой кожей сегодня. Кожа, узор медведя. И данный чехол можно, естественно, также прикреплять и на ремень, если так будет удобнее вам для удобства. И сам нож также сделан в таком же стиле. Деревянная ручка, узоры и само лезвие ножа. Нож острый, поэтому аккуратнее. Так, давайте посмотрим теперь тогда второй нож. Что это за нож? Тяпка. Что им надо тяпать? Чехол также с узором, также кожа, также можно прикреплять на пояс. Ну и, собственно, сам нож-тяпка. Вот какой зверь. В таком же стиле деревянная ручка, переход в узоры, ну и само лезвие с литьем. И зажигалка. Ну, то есть, понимаете, да, теперь не нужно будет искать кремень, долго-долго собирать мох и добывать огонь. Потому что здесь это уже есть. Но бензина пока что сюда не добавляют, чтобы он все равно не портился, поэтому самостоятельно сможете добавить. То есть это не одноразовая зажигалка, постоянно можете добавлять бензин, постоянно ездить, напор это в себя включает. Ну что, друзья, что мы имеем с вами в итоге? Если у вас стоит вопрос, а что подарить, в особенности любителю шашлыковой природы, то, естественно, безусловно, это тот набор, который хочет абсолютно каждый мужчина. Ну и второй вопрос, а что возможно прикупить себе, то, естественно, это, опять же, данный набор для шашлыков, потому что данный набор – это уже первая причина, а может быть, на шашлыки сходим. Ну и, естественно, чтобы вы могли приобрести данный набор, то вам не нужно заходить в интернете, клацать много разных страниц и сайтов, потому что вы можете зайти всегда на Фама,
и приобрести абсолютно все, абсолютно для всех.